Всем-всем-всем-всем-всем-всем привет, дорогие друзья! С вами я, Лего Стайл, номер один, или же number one. И вы могли подумать, что это влог, но это, скажем так, влог для обычного основного канала, а не для лайв. И вы видите, что-то тут не так вообще. Я переехал, друзья, почти переехал, у меня квартира рядом. Просто там три шага, два. Вот, я переехал, собственно, почти. И вот что стало. Так что вы могли замечать то, что всю неделю, через день, точнее даже две недели, через день, а то и через два, были обзоры. Все потому, что я аж, ну, примерно полторы недели я переезжал. Это очень долго все. Вот, собственно говоря. И поэтому вы уж у меня... Поймите, друзья. Значит, апгрейд в руке. Для тех, кто не знает, я сломал руку. Можете посмотреть, куда я пропадал в видео. Там у меня был еще гипс. Теперь посмотрите, это бандаж называется. Это, можно подумать, что это перчатка. Это очень классно. Классная штука. Вот. Как видите, офигенные полки. Обзор на коллекцию будет, я знаю, что уже кто-то ринулся писать это в комментариях. Сделай обзор на новую коллекцию. Хорошо, сделаю. Ниши с биониклами особенно хорошо смотрятся. Стол теперь полностью чистый. Здесь у нас большие наборы теперь у меня стоят. Здесь тоже ниша с мини-фигурками и с микселями. А здесь я еще все, ну, от пыли чищу. Вот. Здесь ненужное в коробку складываю. Вот. Также у меня теперь лучший интернет дома. Это просто для кому интересно, теперь у меня будет быстрее вкладываться видео. И теперь у меня вот в двух этих коробках Лего. Только Лего. И ничего другого. Вот. И, в общем-то, как-то так. Так что поймите меня. И всем пока. С вами я был Лего Стайл номер один, Number One. И всем пока. До скорых встреч.